Всем привет, друзья! С вами Закупыч, ваша любимая рубрика по ссылочке от подписчиков. И это посылка от моего земляка, тоже из Балашихи. На самом деле это из другого города, это микрорайон железнодорожный. Но сейчас города железнодорожный не существует, его объединили с Балашихой. Так что это тоже из Балашихи. Хотя на самом деле это два разных города, на мой взгляд. Я там часто бываю по делам железнодорожным. И там, ну, жизнь течет другим чередом, не как здесь. Итак, распаковка посылки из города железнодорожный, вот такой назову. Зенден, это же обувь, причем неплохая. 38 размер, что покупали? Так, полуботинки для активного отдыха женские. Активный отдых это хорошо, активный отдых это мы одобряем. Так что надо распаковать. Вау, Зенден, привет. О, тут маленький закупыч, смотрите какой хорошек. Закупыч, меня зовут Дарик. Мне 6 лет, ставлю тебе лайк. О, спасибо, ребят, если вы поставите лайк тоже, я буду очень благодарен. Ничего себе, это Формула-1. Автоколлекционер. А интересно, была машинка в наборе с ним? Короче, вот такой журнал по Формуле-1. Вау. У меня есть мечта достроить дачу, сделать там офигенный туалет и закинуть туда миллион таких журналов. С какими с машинами, там, про моду. Чтоб не в телефоне залипать, а вот так хопа. Вау, что это такое, преодолевая сопротивление. Вот это уже можно это, в коллекцию журналов. Ну, я не в обиду сказано. В этом есть свой шарм. В туалетных журналах есть свой шарм. Далее. Вау, это что за котопёс? Это какой-то герой мультфильмов, нет? Похоже, что это выиграли в аппарате «Хватайка», нет? Короче, вот такая классная. Спасибо большое тебе, Дарик. Класс. Что это за браслет? Белый браслет шикарный. Подойдет под мои белые брюки. А это кто? Это мне напоминает что-то типа как КБ игрушки. Сквиш Тираннозавр Рекс. Тоже красивый. Вот его можно на заставочку. Тираннозавр Рекс по ссылке от подписчика. Так, также тут есть, смотрите. Вы помните их? Это же Дикси, треснутые. Потом тут даже есть новиночка, динозавры из Дикси. Это как они называются? Дино. Дикси Дино. Так, прилипалы из ленты. Да тут все мои любимые акции. Тут и Чебурашка с Дикси, смотрите, соединился вместе. Это он, наверное, там апельсины искал у них. Потом тут есть... Это типа а-ля свитбокс, динозаврик. А, о, это... О, спасибо, что вы так положили их аккуратненько, а то бы они разлетелись все. Это Завры 2. Завры 2 из магазина Пятерочка выручает. Что там еще? О, это же Союз мультфильм. Это же дядя Федор, или нет? Или это малыш и Карлсон? Я забыл, кто там был, какие игрушки. По-моему, это малыш и Карлсон. Также есть Бравлы. Есть Завры. Есть Дикси. Это кто? Как их зовут? Каваи. Бравлы 2. Это, по-моему, тоже из Дикси. Вот такие аперы. А4 Кранчи. Кто пробовал? Я, по-моему, даже и не пробовал А4 Кранчи. Вам как нравится? Пятерочка выручает снова. Пчела это из Дикси, скорее всего, прилипала. Ого, да тут акции всех... Тут акции всех магазинов истории. Вы посмотрите, наверное, их надо на заставку сфоткать. Так, это у нас этот самый... Ворон. А это кто такой? Что это? Оби. Это Оби. Ничего себе, это какой-то... Оби это что такое? Это же магазин, да? Ну, Оби, да, строительный. Строительный магазин. Потом тут есть Санта-Клаус, который на санях далеко уезжает. Вау, вау, посмотрите, как он переливается, не обязан. Шикарно, слушайте, мне кажется, у меня другой какой-то был. А вот этот переливается прям хорошо. А у меня какой-то на распаковке другой был, Валь, посмотри. Точно такой же был? Да. Так же переливался? Я уже забыл. Так... Это у нас сердечки и бравлы. Киндер дедушка. Треснутые.
А где карандаш? Карандаш съели. Мелок там был. Покебол! Открывается он? 150 всего, наверное, открывается. Или я уж сломаю. Как тебе открыть? Ладно, пусть это будет загадка, что-то внутри. Вау! Это же Мьюту! Не, это Мью какой-то там, степень какая-то, Мью. Предыдущая. А потом самая крутая Мьюту. А это Мяурицел какой-то. Вот там, хоп. Так, убираю его в покебольчик обратно. Тяжело его было открыть. Вау, а это кто такие? Мне, кстати, писали про них, типа, сними их на распаковку. Какая-то акция в магазине в каком-то. Может, в Пятерочке? Слушай, прикольные. Такие антистрессы. Новая акция в посылке от подписчика. Вау. Так, еще прилипало из ленты. Это бегемотик из Мадагаскара. Кстати, Милана будет скоро танцевать танец из Мадагаскара. Там на танцах у себя. Им даже футболки выдали с принтом. Завры. Вау, коллекционные монеты. Вау, это которых мне не хватало, что ли? А это какая часть? Это магазин сокровищ 2 или что это вообще? Или это микс? Тут инь-янь я вижу. Слушай, вот это красота. В як-як. Как красиво. Смотрите, я богат. Я настоящий коллекционер монет. Так. Кстати, вот смотрите, опять же, как люди хорошо все запаковали. Ничего не развалилось. Сейчас бы я ковырялся бы там в посылке. Завры 2, разумеется. И Завры 1. Вот сравните. Вот скажите, Завры 1 намного круче. Вот это Завры 1, а вот это Завры 2. Ну, круче же намного Завры 1, согласитесь. Так, бравлы. Светящийся тиранозавр, он светится в темноте. Еще прилипалы. Ой, я забыл его, Восик Би. Би-Пи его зовут. Пи. Забыл его имя, ну, бравлы. Так, еще. Ууу, какой мощный. Кстати, вот эта серия треснутых тоже была неплохая. Скажите, красивые, симпатичные прилипалки. Это что такое? Это игра в кальмара. Это что-то страшное. Это я боюсь такого. Что там? Что-то упало. Ну, вроде все. Коробочку можно убрать. Так, бравлы, каваи, рейсинг клаб, какой-то чебупель, ловы. Это вам, ребята. Ставьте лайки, не забывайте. Прилипалка и Завры 2. Слушайте, какая крутая посылка. Это микс акций из Балашихи, я так ее назову. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дарику огромный привет. Спасибо. Спасибо еще твоим родителям, которые тебе помогли. Я думаю, они тебе помогли отправить посылку. Родители, привет.